Сегодня мы хотим познакомить вас с очередной подопечной приюта для бездомных собак «Право на жизнь». Балерина! Свободной душе балерины, так зовут подопечную приюта, Валерии тесно. Но другого варианта у нее пока нет. Хотя и характер у нее покладистый, и ласкаться она любит. Но продолжает оставаться в тени других собак пункта передержки. Мимо нее уже не один год проходят потенциальные хозяева. Волонтеры всеми силами пытаются исправить эту ситуацию и активно публикуют в социальных сетях посты про балерину. Но пока все тщетно. Надеются, что благодаря проекту «Найди друга» собаке наконец-то удастся обрести дом.